Добрейшего дня, друзья. Меня зовут Максим. Мы находимся в Канзас-Сити Арт Галлери Нейл Артинсон и на выставке Фриды Кало. Я эту выставку ждал 3 месяца. Тут не только Фрида, но и другие сюрреалисты того периода. Комментировать ничего не буду. Смотрите на картины и читайте описание. Для тех, кто не в курсе, кто такая Фрида Кало, настоятельно рекомендую посмотреть фильм художественный. Сняли его, по-моему, лет 10 назад. Он так и называется «Фрида». Фильм крайне интересный. Ну, собственно говоря, пошли и работы. Интересная информация про Гельманов. Это друзья семьи Диего Ривейра и Фриды. Было очень тесное сотрудничество. Диего Ривейра сделал несколько даже работ Наташи Гельман. Одним из примечательных фактов является то, что Троцкий, когда находился в изгнании, жил на вилле Диего Ривейра, даже ухитрился с Фридой переспать. Ривейра эта ситуация крайне не понравилась, и он Троцкого выставил. Но потом историю вы сами знаете. Ледоруб у башки, и нет Троцкого. Вот такая вот роковая женщина. На мой вкус, я бы не стал бы все работы как Ривейра, так и Фриды причислять к шедеврам, но некоторые работы, безусловно, крайне интересные. Sorry.
Вот один из портретов Наташи Гельман. В исполнении Диего Ривейра. Неудачная работа. Очень интересная архивная фотография. Сейчас я покажу, где запечатлена Фрида и Диего. Момент, когда она пишет эту картину. Я еще раз покажу эту картину, мне она очень понравилась. Одна из удачных и наиболее известных работ Фриды. О, excuse me. Мне даже стоит рассмотреть поближе. Перейдем дальше к осмотру нашей выставки. Да, Америка — свободная страна, ребенок может так надрываться много часов подряд, но родители на это забили болт. И тут Наташа Гельман в исполнении Фриды Кало. Весьма занятная работа Мигуэль Кова-Рубиас. Не скажу, что как художнику мне понравился, но занятно. Вот эта вот работа Ривейра, я бы не сказал, что удачная, но зато большой масштаб. Масштаб большой, и кактусы хороши. Но, на мой личный взгляд, работа не самая сильная. Совсем даже наоборот. А вот эта вот работа мне очень понравилась. Мы сейчас ее вначале вот так вот посмотрим. Потом краткая аннотация.
Ну, а сейчас будем вглядываться, потому что работа того стоит. Очень серьезная работа. Работа очень серьезная. Пошла серия скетчерсов, зарисовок Фриды. Интересный такой коллажик. А это, видимо, заготовка, зарисовка одной из работ Фриды. Я ее видел в масле, но склероз, к сожалению, не радость. Я не могу помнить все работы наизусть, как называется. Те, кто также увлекается живописью, наверное, эту работу идентифицировали. Могут сами посмотреть по каталогам. В завершении я хочу показать еще пару очень интересных работ. Работы заслуживают того, чтобы на них обратить внимание. Я очень прохладно относился к Сикейросу, но вот эта работа меня очень воодушевила, очень серьезная работа. Очень крупные мазки и очень удачно. Очень удачно сделано. 49-й год. Работа очень удачная. И еще одна работа.
На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь со мной на канале и следите за обновлением моего материала. Жду ваши комментарии. Интересно узнать, что напишите по поводу этой выставки.